Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ, и мы сегодня рассмотрим, как менять батарейки на ручных часах. Значит, мы заказали на Алиэкспрессе специальный набор. Вот такой чехол. Вот, значит, заказали на Алиэкспрессе за 675 рублей. Сейчас я вам открою. Значит, я все элементы оттуда вытащил. Сейчас я каждый элемент покажу, что было в наборе. Значит, первое, самый главный набор. Это такой тройной ключ, который открывает специальные такие часы. Вот, часики такого плана. Вот такого плана тоже часики. Сейчас я вам покажу. Это может быть и Michael Kors, все что угодно может быть. Вот видите, Ice Watch, вот у них стандартные поворотные механизмы вот такие. Вот если видно, вот они. Здесь я уже заранее прикрутил квадратные вставки, вот такие, потому что шаг у нас квадратный здесь. Вот он. Значит, в наборе, соответственно, насадки разные идут. Там идут всякие треугольные насадочки. Сейчас я вам покажу, какие они идут. Треугольные насадки. Так. Кругленькие насадки. Сейчас, если он сфокусируется. К сожалению, для нее это тоненькая, ну, круглая. Вот такие вот толстые. Сейчас я попробую фокусироваться. Ну, к сожалению, у нас вот она. Да, вот такого плана. И, значит, квадратный, как у меня здесь. Я вам показывал уже. Вот они. Значит, как открывается? Значит, здесь есть такой вертушок. Он сужает размер и расширяет. Значит, вставляем сюда в часы. Подбираем с помощью вот этой штучки. И открываем поворотным таким движением. Вот. Все. Видите, откручивается против часовой стрелки. Вот. Мы открыли часики. И у нас есть в наборе вот такой пинцет. С помощью пинцета мы делаем замену батарейки. Я батарейку уже заранее поменял. Вот она, эта батареечка сидит. Вот набор из батареек отдельно. Я купил такие батарейки. Значит, батарейки 10 штук обошлись в 130 рублей. Ссылочка будет в описании под видео. Алкалайновские батарейки на 1,55 вольт, 10 штук, компания Тимиай. Ну, не знаю, могу ли я их рекомендовать, попробуем. Если кто пользовался, напишите обязательно в комментариях батарейкам, или есть у кого-то такой набор. Вот. Кстати, набор не обязательно покупать, можно отдельно вот такой набор, да, купить и с такими насадочками. Он стоит 300 рублей. То есть на Алиэкспрессе его можно найти. Вот, на сам набор я ссылочку сделаю. Вот. Итак, дальше. Что входит в набор? Значит, пинцет. Батарейки покупались отдельно. Значит, вот такие насадки. Значит, вот такая лопатка. Двухсторонняя. Очень хорошего качества. Такие маленькие
отверточки. Так. Такая тоже отверточка. Так. Вот такая. Не знаю, там это что такое, но вот какая-то маленькая тоже отверточка. Вот такие маленькие штучки. Если кто знает, напишите тоже в комментариях, для чего, где используется в часах. Что это такое, вообще непонятно. Еще такая же штучка. Вот если есть часовщики, напишите, пожалуйста, для чего это. Вот такая тоже штука. Наборе. А, вот такая тоже. Вот, тоже напишите, что это. Вот, я так понимаю, сюда вставляется. Что это и для чего это. Вот, и закручивается. Что этим делать надо? Непонятно. Ну, вот это я уже видел у кого-то. Это зажим. Сюда вставляются часы, я так понял. Вот в таком виде. И они зажимаются. Ну, только, я так понимаю, наоборот. Вот в таком виде зажимаются. А, как вот их только здесь. А, так, видите, здесь какие-то болтики. Для чего вот. Для чего вот эти болтики? Не знаю. Я так понимаю, что вот эти, наверное, шайбы надо, можно переставлять. А, все, я понял. Да, вот эти штучки переставляете вот сюда поближе, и она зажимает часы. Вот. Можем, конечно, попробовать, но, к сожалению, у меня такой отвертки нет. Сейчас. Все, это зажим для часов, чтобы вы могли зажать здесь. И с помощью вот этого аппарата откручивать вот так вот. Так, дальше вот такой скребок, вообще очень классная вещь, это подходит для вот такого плана часов. Значит, берем и открываем. Сейчас я найду, где тут поддеть. Вот, смотрите, раз, сейчас, и открыли. Все, вот мы открыли крышечку с помощью вот такой штуки. Очень качественная такая, посмотрите. Вот она, батарейка. Здесь вообще проще простого, она меняется. Часы, видите, не ходят. Сейчас мы поменяем батарейку. Возьмем прибор. С помощью прибора вытащим батарейку. Неудобно здесь. Видите, вот ремешок мешается. Как его снимать? Бог его знает. Не знаю. Я не часовщик. А, единственное, вот это, да, пластмассовую штучку надо снять. И уже вот здесь можно вытащить саму батарейку. Вот она, все. Слушайте, очень удобно. Вот так боком поддел и вытащил. Так, сейчас вставим новую батарейку. Так. Батарейки, я смотрю, они все подходят. Значит, из-за чего мы этот набор купили? Из-за того, что у нас в районе замена батарейки стоит 1000 рублей. И представляете, сколько часов, и за каждые часы 1000 рублей заплатить. Было просто принято решение купить набор для замены часов на Алиэкспрессе. Вот все. Видите, как все легко собирается. За что 1000 рублей, непонятно платить. Все прекрасно ходит. Вот так, единственное, сейчас крышку. Вот. Надо понять, как она тут защелкивается, эта крышка. Сейчас. Ну, все,
Слушайте, защелкнулось, все прекрасно держится. Вот такие часы мы сделали. Я сделал вот такие часы. Уже заменил тоже батарейку. Тоже здесь механизм. Вот все легко открывается. Вот. Вот так вот. Раз и все. Так. Два часа. Потом заменили, получается, здесь механизм. Так, а здесь пластмасска еще была. А вот она, пластмасска, да. Прижимная пластмасска. Сейчас мы ее ставим. Так. Вот так она прижимается здесь. Все очень легко делается. Тут никаких умений не надо. Вот видите, я закручиваю по часовой стрелке. Не знаю, нужно ли затягивать. Ну, давайте затянем до полной храбрости. Вот, вставляем. И проворачиваем. Вот, все, затянул. Все очень удобно и хорошо. Итого, я сколько вот снимаю видео? 11 минут. За 11 минут я заменил батарейки на 3 часах. Вот, давайте. А, ну вот эти часы ходят здесь. Менять ничего не надо. Так, откладываем эти часы. Посмотрим, что у нас тут еще есть. Вот еще часы есть. Тут у нас браслет. Ну, браслет я, может быть, вот эти штучки как раз здесь. А, это, смотрите, это снимать звенья здесь. Кстати, давайте попробуем сейчас снять с помощью вот этой штучки звено. Ну-ка. Это для ремешков сейчас потоньше возьмем. Ой-ой-ой, немножко. Ну, слушайте, металл хороший все равно здесь. Это я сильно очень нажал. Ну, напишите, кто знает, как это снимается. Или здесь, с этой стороны. Я... Напишите видео, пожалуйста. Как снять вот эти звенья. Так. Где тут еще? Ну, давайте здесь батарейку хотя бы поменяем. Значит, так же берем. И здесь, вот видите, как-то тоже все и снял. Та же самая батарейка. Вот. Ох, тут еще какая-то. Снимаем пластмасску. Это везде, смотрю, стандарт прям. Пластмасска это. И батарейка просто. Вытаскиваем. С помощью накладки. Все. Вытащили батарейку. Вот они. Все эти батарейки. Вытаскиваем новую батарейку. Вставляем ее сюда. За что деньги берут? Вот, честно слово. Если кому-то видео понравилось или помогло, вдруг, ставьте лайки, не забывайте писать комментарии. Ну и подписываться, конечно же, на канал, не забывайте. И мы будем больше для вас снимать видео. Да, посмотрите видео, как мы получили монетизацию недавно. Если кому интересно. Сейчас вот тоже, как она здесь защелкивается, вот надо посмотреть сейчас. А, вот он, видите, дырочка вот эта должна встать вот здесь. Вот так вот. О, сейчас.
сейчас нет, не защелкивается. Почему не защелкивается, непонятно. Ну, ладно, это не важно. Часы ходят, видите. Вот, значит, такой набор, соответственно, это все убивается аккуратненько. Здесь такие штучки, все это можно убрать. То есть как это выглядело, да, изначально. Вот так. Так. Вот так, что вы видели. Вот все. Аккуратненько убирается. Так, сейчас вот так, наверное, лучше. Вот так. Так. Тут еще предмет. Так, это вот здесь. Эта штучка вот здесь, по-моему. То есть вы видите, да, набор. Так, и вот эта штучка вот здесь. Просто здесь аж как подтянуть. Так, по-моему, все. Ну, можно сюда положить батарейки. А, вот еще набор. Забыли. Шайбочки. Шайбочки. Ну, что-то где-то я где-то, наверное, сюда, скорее всего. Сейчас это вот сюда. Шайбы. Да, это было так. Вот набор сам. Все аккуратно убирается. И застегивается. Вот и все. Все, всем спасибо и пока-пока. Ставьте лайк.